Класс. <свят> <свят> Я думаю, звук вам, к сожалению, не слышен. В общем, всем привет, дорогие друзья. А вы на моем спортивно спортивном канале Рус ну и сегодня у нас... Что-то мне кажется, ребят, что... Что слишком низко находится штатив. И я полагаю, что нужно сделать еще раз вверх. И, кстати, не хватает света, я не знаю почему. Ну, такое чувство, как будто вот в темноту смотрите. Вот, в общем, сегодня у нас, как вы догадались, будет еще одна рубрика ностальгии. Я вот не знаю, вот если включать, то будет отсвечивать. Ну, не знаю, я думаю, если вы яркость добавите немножечко, то будет более-менее сносно. ну а что вы хотели. Вот. И. Э, так скажем. Зем, да. Так скажем, мы убьем сегодня двух зайцев одновременно. Э, сыграем... Э, Дерби, Реал Барселона, как вы уже поняли, ну, естественно, я буду за Барсу играть, потому что там Месси еще маленький коротышка, 2005 год. Он там еще только-только начинает все дела. Вот. А в Реале Роналду нету, поэтому, ну, какой интерес мне играть за Реал, собственно. Вот. Ну, кстати, если вам зайдет, зайдут такие видосы, ну, естественно, без монтажа, потому что, ну, смысл мне монтировать такие -то подобного вида, вида видеоролики. Вот. Почему-то когда Почему-то когда а, внизу, то такого нету. А когда чуть повыше, то есть, я не знаю. Ну блин, вы а, потом отпишите мне, как по качеству. Естественно, в 1080, 60 fps. Но игра она в 600 или 840. Но, естественно, у вас там а, Intel Core и там всякие i шестые, я хочу в гостях поиграть, не хочу дома, потому что если дома я обосрусь, то мне потом каталонцы припомнят, вот, ну, как вы уже поняли, это Philips, ой, не Philips, это Hands монитор, вот, ну, естественно, не барский, а мы будем играть на Конечно, на, на мастере мы будем играть, потому что если я проиграю мастеру, я, э, скажу, что, <laughs> я скажу что я скажу, что это было случайно. Естественно, у нас будет лето. Естественно, у нас будет э, хорошая погода. А со стадионом я не смотрю. тут даже реальные стадионы есть. Ну, то есть. Это, кстати, без патча. Вот и Марсель стадион, сан -Сиро. то есть, стадионы здесь есть, несмотря на то, что у Пески тогда, по-моему, не было. А, вот, Берна... Бернабеу есть, серьезно. А Компноу нету, да? Ну-ка. Олд Траффорд есть. Компноу, я так понял, нету. Сансира есть, если не ошибаюсь. Сансира это что, Милан у нас, да? М -м, Стадио Олимпико. Баруси, стадион Баруси есть, класс. Ну, я думаю, мы с вами... На Берна Бел, остановимся. 10 минут, это примерно 20 минут будет на всю игру. Вот Я думаю, вы, конечно, угорнули с моего монитора. Компьютер у меня еще более прикольный. Как вы уже поняли. Вот. Кстати, здесь, если вы хотите скачать эту игру. Нет, ссылок в описании, никаких не будет. Вот. А... Лучший способ установить FIFU, это скачать приложение... Ой, фу, какую FIFU-пес? Это скачать приложение... А, тут у меня его нету. А, забыл, какое предложение потом, может быть, вспомню. Вот, ну, в принципе, что я вам... Вот вы, ребят, немножко... Ну, не все, конечно. А... Некоторые. Немножко, и, ребят, инфантильное и немножко искренне надеюсь что вам более-менее нормально надо смотреть немножко какие-то вы как будто инвалидики вот раньше люди были немножко так скажем по Я не понял почему я играю за а ладно давайте за реал поиграю что нам это барселона к сожалению придется за реал сейчас играть но в принципе если так смотреть то меня все устраивает. Но! Вы видите этого гиганта. Естественно, мы его поставим сюда. Вот так вот поменяем. А Рауль Бэхэм Эмерсон. Ну это все, конечно, хорошо. Несмотря на то, что у Роналда маленький этот, все равно Роналду у нас будет играть. Все. Поехали! Вот Если вам зайдет, вы можете, кстати, предлагать какие-нибудь еще видосы на подобную тематику. То есть, ну, в принципе, вот здесь звук идет. Давайте я на шею повешу, чтобы, во-первых, мне было слышно, как играют. Ну, вот эту вот атмосферу всю, ну, естественно, заставка. Блин, вам реально хреново видно. Ужас, конечно. Ужас, ребята. Вам очень хреново видно. Вот, ну, как можем, как можем. А, вот. Естественно, у моего брата монитор чуть получше, full, full HD, но в связи с тем, что у него тоже компьютер так себе, он может играть максимум, ну, 800. Кстати, реал неплох, но вот я уже мяч потерял. А, это. Это самая сложная сложность в песке, а значит, а значит, а я давно не играл, ну давно, не 10, наверное, если не 2 недели, а значит, я э, сейчас про, могу, собственно говоря, просрать, вот. Тут очень много можно контента различного понаснимать, я так понимаю, это первый, нет, нет, нет. Кто там у нас на воротах, не знаю, ну вот Рональдини уже рвется в бой. Это, я надеюсь, что это Касилис там стоит. Но если даже не Касилис, то, в принципе, пофиг. А, это вынос. И... Нет, 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 нет. Куда ты лезешь, парень? Кстати, прикольная атмосфера на Сантьяго Бернабео. Если, кстати, кто не знает, что Сантьяго Бернабео был такой владелец клуба. Ну, Реал, естественно. Кстати, который предлагал нашему вратарю Яшину контракт. В снарял Вот, но он. Отказался. К сожалению, но он из-за Динамо, в принципе, неплохо играл. Вот. Итак, это. Это сохранили мяч. бэхэм бэхэм вот сюда забегай. Мне немножко неудобно играть, потому что передо мной тут камера находится. Ой, какой-то... Взял оттолкнул мне диара. Диарея, блин, у меня сейчас будет от такой игры. Немножко хреновенькой. Ну, Барселона играет на вынос, поэтому. А, да, Кассияс уже тогда играл. Ну, Имеется в виду в старте. Так, это он меня тут оттолкнул. На вот. Ну, я думаю, у вас будут предложения по тому, что здесь можно снять. Пока что это водный выпуск, который я хотел снять довольно-таки давно. Вот. Бэхэм, хороший финт и... Что?! Ну, Роналду... Тьфу, Рональдинию, конечно, ужасно снял. Ну и, конечно, я забыл вас предупредить, что сегодня звук записывается не на микрофон, как, как вы думали, да? А на камеру телефона, поэтому, возможно, у вас звук... Какие изображения? Не очень... Я придумал. Сейчас секунду. Вот реально, вот вы тут стойте и смотрите, что я буду делать. Это, это гениальная идея у меня сейчас будет. Правда, она немножко поздно у меня. Вот. Сейчас. Сейчас все будет. Так, значит. Оп. Оп. Ну, что? Лучше мне кажется, немножко лучше стало. В общем, я там в двери. Ну-ка, а если выключить... А -а -а -а. Чуть. А, давайте так, без света. <с> вот, ну, кстати, стало получше, не стало так... Сильно отсвечивает, но мне, ребят, вас очень жалко. Я установлю песку на нормальный ноутбук, мамин, и, ну, точнее, он мой, но он типа мамин, вот. Я установлю, и там уже посмотрим, может, что-нибудь там запишу, ну, естественно, вот по этой игре. Рауль, пробейся как-нибудь. Вот, ну, мне вас искренне... Кстати, на самом деле, вот на таком мониторе тут специальная такая атмосфера тех времен. Идет. Ну, это, это пенальти, да? Ну, Касилес молодой. Красная. Ему уже тогда было, кстати, 25 лет. Куда время летит, я не знаю. Ван, Валнистер, и у меня. Э, На э, Рональдини, Рональдиньо. Э, ну, естественно. Один из лучших игроков всех времен. Волшебник просто одаренный. Ну, он тут, естественно, забьет. Естественно, это как бы было понятно еще. Ну-ка, если я сделаю все-таки вот так. Нет, будет отсвечивать, это будет хреново. Нет, это надо на ноутбук устанавливать. И тогда уже, кстати, сейчас мы зайдем на... в смену и сделаем во-первых. Во-первых, мы сделаем вот так Во-вторых, мы сделаем вот так. В-третьих, мы сделаем. А, вот так. В четвертых мы пожертвуем. Нет, мы никем не будем пожертвовать. Роналду придется одному в, в полузащите в, в, в атаке играть. Кстати, Роберто Cal... Фу, у меня язык заплетается, потому что я не понимаю, как вы будете смотреть вот это, потому что э, как бы... Темно! <свот> Темно! Я ничего не могу с этим, потому что компьютер брат, он запаролен. На маме нам не установлены. И... и что делать? Вот. Кстати, естественно, у меня установлен мод по данной игре там более крутой графон все дела и он идет на моей на моем железе и нам забивает деку по естественно какой-то нелепой причине естественно забьет еще минимум парочку раз а я забью ноль потому что я в этой песке ноль просто ноль без палочки потому что я Тут думать надо, это вам не FIFA, ребят. Это вам не FIFA. Давайте я не буду отвлекаться, и может что-нибудь у меня получится. Так, давай сюда. Беги, 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 беги. Пробрось, пробрось. Можно вот так сделать, можно вот так. Назад. отдай дай назад, назад. О, хорош. Нам, смотри, Барселона, она прям в, от... в оборону ушла. Капитально просто. Так, а мы... Что? Бэхэм, Да... Что такое? Ну, естественно, наш правый защитник обосрался, и мяч не наш, но мы его тут закроем. Не до... им только... При... О, не, все, тут уже. Тут только если я выиграю вверх, но... Да, я выиграю вверх. Давай. Ну... Да... Это намного интереснее, чем ФИФА, FIFA... чем любая FIFA во-первых, геймплей более-менее приятный. И, ну, естественно, он вам покажется каким-то деревянным, каким-то таким, но. На самом деле, это очень неплохой геймплей. Учит, Если сравнивать с FIFA 20, то это вообще царский геймплей. Я FIFA 20 не играл, но я смею ее критиковать. Да, вот такой человек. Вот такой человек. Ну, пес. Кстати, если играть не на э, мониторе, который. Так, секунду. У меня тут уже зарядка кончается. Если играть на мониторе, который не, 4, не 16 на 9, а вот который 4 на 3, как у меня, то игроки, они не сплющенные, не жирные. Вот. И более-менее, естественно, приобретают для себя облик. Вот, сейчас зарядка кончится, и накроется съемка медным тазом. Вот, так. It's Ronaldo, у которого которого есть... Ну, вот, в принципе, он так и закончил карьеру. И ЦБХМ. Давай. Помните футбольный челлендж, да? Вот я там так же бил, даже лучше. Вот. Удар Бэхэма. Помните, да? Сейчас сделал удар Бэхэма. И он по низу пролетел ну, можно посмотреть опасные моменты, но здесь ничего интересного такого вы не увидите. Вот, сейчас Роналду придется одному тащить в атаке. Ну, я не буду смотреть на экран смартфона, я буду просто получать кайф от игры, по крайней мере, пытаться это делать. Хави, Назад, Эдмилсон, который вообще не знаю, кто это такой какой-нибудь. А, я не знаю, на. Что? А, это классная атака была. Ну тут касил. А кто на. Нет, там не касилец. Слушайте, смотрите, как классно, да? И Рональдини такой. Пуф. Так, это у нас угловой. Немножко. Так, закрой, закрой, закрой. Вынос. Хорош. Ну здесь. Здесь кто это у нас? Эдмилсон. Так, забери, забери, и ты не добежишь, да, потому что Бэхэм, он у нас со скоростью у него не очень все хорошо, а у нас все плохо с защитой, потому что у нас нет, не держат позиции игроки, это раз, а во-вторых, давай, давай, нет, он, он не убежит, в песке на самом деле очень сложно от кого-то убежать, если вы не играете, естественно, за какую-нибудь сборную Бразилии, там-то у вас, конечно, есть шансы. И почему-то я свалил. Что-то я не обратил внимания на тот эпизод. Вот, Лопес. Только я не понял, почему у меня... Почему у меня... Извините, но почему у меня какой-то деревянный игрок? А? Давайте Сисиньо. Сисиньо побегает. Потому что у меня деревянный игрок этот немножко не устраивает. Ох, ну, коротышка. No, no! 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 No, я сказал! Да что ты делаешь? Мне, мне, это намного лучше эмоций, чем... Неподдельные, неподкупные, между прочим. Чем? О, просто... Ну, блин, ну и почему ты не бежишь? У тебя же скорость девяносто. 90... Ну почему? А у тебя скоро 70, ну понятно, почему ты не... Все по-другому. Смотрите, какая игра, да? Вы когда не видели в фифе такой пас, что поддали, во-первых? Вот такой, вот такой пас. И такой удар. Никогда! Никогда! И это Сисиньо. Так. Ну, не стал Ну, сейчас я попробую более-менее какую-нибудь атаку провести. Так, ну сюда... Я раньше, кстати, играл на всяких проектах по PS, PS5, PS6. Не буду рекламировать, не буду говорить, какие-то проекты, потому что проект это говно полное. Во-первых, потому что там, э, если это дети, то это обязательно тупые школьники. Если это дети. Ну, потому что дети сами там такую репутацию сделают, Потому что они э, играют, проигрывают 3-0 и ливают. Попросту ливают. Вот. Ну и также, если мы вспоминаем мою историю, ну точнее вы ее не знаете, я просто сам вспоминаю. У меня было столько нервных стрессов, когда я тащу, даже забиваю гол и даже забиваю второй гол. Но в итоге я проигрываю с каким-нибудь счетом 6-2. Потому что, во-первых, я сам лажаю, а во-вторых, ну, я не понимаю, почему. Вот, я не понимал Почему я не могу выиграть? Ну, бля, это же очевидно, я там должен был мне еще говорили, если ты вот так дальше будешь продолжать играть, то где-нибудь в середняке ты окажешь. а окажешься, последнее место занял, блин Вот Да но во-вторых, там в основном э, комьюнити, оно состоит из мужиков, которым за 30, а им как бы не особо нравится сюсюкаться с детьми. Ну, если подразумевать детей 16-17 лет. То... А мне забили гол сейчас. Мне что-то забили гол, да, я даже не обратил на это внимания. Потому что это второй гол уже. Здесь я кайф получаю не от голов. Ну, естественно, когда я гол забью, там такой кайф. Просто струя настоящая. А кайф от... Просто от, даже от пасов. Просто как-то пасса даю. Давай, забегай, забегай. Ой, нет, хреново. Сесиня что-то пока не наработала на свою порцию четырехразмерную. Э -э вот. Замброта, давай, это же... А, нет, это не замброта, сесиня. Так. Отдал и побежал. Ну побежал, ну что такое? Ну что такое-то? Что такое? Вот. Давай, давай, сюда, сюда, давай, сюда, парень. Иди забегай туда куда-нибудь. Диара, диарея у меня сейчас будет от такой игры. Так, сюда. А, сюда. Ну пробегись немножко, пробрось. Ну что такое? Вот, а вернемся к тем пабликам. Во-первых, там нет шанса вообще развиться. Я предлагал... Там многие предлагали... Кстати, Сисиню. Прикольный игрок, он подобно Месси. Но, правда, удары говно. Вот. Но смотрите, как, какой у него контроль. Это как будто Криштиано Роналду, только немножко... Криштиано Роналду в теле Неймара из Дриблинга дриблингом Месси. Серьезно. Вот. Си Синие прям что-то мне понравилось Парень, но ну, удары говно, я повторяюсь Вот It's five minutes Я думаю, сейчас, когда я закончу записывать этот видос Я что-нибудь еще запишу Естественно, я буду миксовать с Фивкой Потому что это будет немножко неинтересно Если вы будете только Песку, только Фивку смотреть Вот Если оценивать те группы Во-первых, повторяюсь Там только одни мужики, которые В эту Песку долбятся просто Веками и мало того, что они не рассказывают секреты, как играть там все такое, они, знаете, во-первых, если ты победил, если ты реально так мощно играешь, О, тебе повезло, парень. Но ну, я на таких не обращал внимания неадекватных парней. Вот. А во-вторых, это просто нервные срывы, когда э, ты проигрываешь там, я не знаю, вел два. В итоге проигрываешь. Даже с... С одним голом, например, там 4-5. Или 3... Вот 3-4, я помню, было. Учитывая то, что я играю, например, против какого-нибудь МЮ. У которого там... Там еще когда Лукаку играл. А у меня какой-то Хаддерсфилд... Хуядерсфилд Таун. Который вообще... Блин... Это ужас просто. Это ужас. Это... Этот хуя, да, Свилтаун, это такое говно было. Вот, ребят. У с вами был Рус фп Сейчас я запишу что-нибудь интересненькое Вы потом узнаете. В общем, а с вами был Рус ФП. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. И не играйте в этих э, э, пабликах по песке, потому что там одни долбоебы э, анонисты и э, люди за... 30. Вот, ну там есть парочка адекватных людей, но им на тебя все равно плевать, как обычно. Вот, потому что у них, им за 30 лет, за 35. Вот, ну там был один мой земляк, он более адекватный, он со мной товарищеский матч играл, там все дела. Вот, ну нормальный парень был, ну остальные все ладно не буду а вот ребят ну еще раз всем пока русь ФПС, там лайки подписки вот кстати сниму обзор на мод на песку шестую там немножко правда подлагивать будет но ничего страшного вот всем пока